Всем доброе утро, друзья! Я иду для вас снимать видео, и вот мне надо подняться на третий этаж, поэтому я одела маску и перчатки и выхожу из дома и буду подниматься на третий и снимать для вас видео. Пройдем по городу, у нас сегодня лето, зелено везде, это липа. Липовые деревья. В общем, я сейчас поднимусь наверх, сниму вам немножко вида и буду рассказывать срочную новость. Очень срочную новость. Так что смотрите. Ну что, всем привет, друзья! С вами художник-самоучка Хелен Ши. Именно так я буду себя теперь называть, потому что мне кажется, это правильная характеристика моей деятельности. Ну что, сегодня очень важная новость, которую мне прислали галерея Саач. Именно вы у меня спрашивали, очень много кто сейчас начал регистрироваться на Саач и спрашивает: Елена, я не могу заполнить форму 8, куда она делась? И я была очень удивлена, потому что мне никакой информации Саач не присылал, что у них там что-то где-то изменилось. Поэтому я тут же взялась и написала письмо, вот, от 24 апреля. Вернее, я им написала письмо 2 недели назад, но мне вчера пришло письмо от них. Я им написала, что меня интересует изменение формы 8, что мне делать, и, пожалуйста, объясните мне, потому что мне это важно, чтобы донести информацию своим слушателям, те, кто меня смотрит, и мне самой интересно, что произошло с формой 8. В общем, я получила официальный ответ. Мне написали, что они благодарят за то, что я с ними связалась. У них произошла какая-то путаница. Они не увидели изначально моего письма, поэтому сейчас они мне отвечают. И что они мне говорят? В общем, Саач улучшил систему выплат артистам за день, их за продажи картин. Итак, теперь они сотрудничают с новой фирмой. Я напишу, как это звучит, сложно читать. Hooper Wallet, вот. Этот новый менеджер позволяет быстро выплатить деньги, не надо ждать там 3-10 дней за выплатами, сейчас это гораздо быстрее будет, ускоренная доставка платежей. Теперь также они пишут, что они сократили расходы и сборы. Да, и теперь это гораздо меньше. Это позволяет вам, как они мне тут пишут, означает, что вы сохраняете больше своих с трудом заработанных денег. Также вы будете видеть все это, все свои выплаты и все сборы в личном кабинете. Итак, что же делать? А тут они еще пишут, что у них появилась многоязычная поддержка по телефону, электронной почте или в чате. То есть, если у вас возникнут проблемы с формой 8, с ее заполнением, то вы можете обратиться в их чат, да, или написать им письмо, они вам пришлют вот такую ссылочку, они мне прислали, ссылочка по учетной записи, если вдруг у вас возникнут вопросы. Итак, что же такое форма 8 и почему ее надо заполнять? И когда теперь ее надо заполнять? Форма 8 и форма 9 позволяет избежать двойного налога. Это что значит? Это когда вы продаете картину за границу через галерею, вам не надо платить и у себя налог, и еще такой же налог в Америке. Теперь вы платите только у себя налог с продажи картин, да, идете там, подаете декларацию, ну, как это работает, да, подаете декларацию о доходах. А за вас в Америке, да, платит галерея Саач. Вот как раз таки эта форма 8 позволяет избежать двойного налога. Итак, когда же теперь заполнять эту форму? Теперь форму 8 вы будете заполнять после продажи своих картин. Теперь при регистрации вы ее не заполняете, а заполняете ровно тогда, когда у вас состоялась продажа. Что будет? Как только вы продадите свою картину, вам галерея Саач пришлет инструкцию, что делать. И следом придет вам письмо от как раз-таки вот этого нового менеджера по налоговой декларации, да, и по оплате ваших заработанных денег с продажи.
Вам пришлет учетную запись, вы должны будете перейти по ссылочке в эту учетную запись, активировать ее и управлять там своими доходами. Вы будете смотреть, когда вам придут деньги, в каком количестве, сколько они возьмут за сборы и так далее. То есть все открытое теперь, гораздо быстро, удобно. И еще раз повторю, если у вас возникнут проблемы с учетной записью, там не активируется она или еще что-то, вы спокойно можете написать им в техподдержку. Вот ссылочка на техподдержку они мне прислали. Если вам надо будет, я вам буду присылать эту ссылочку. А так, в принципе, вы можете написать своему менеджеру, и он вам пришлет ссылочку на техподдержку вот этого нового менеджера. Ну что, вот такие изменения. Итак, если вы уже зарегистрированы, вам ничего менять не надо, не надо бежать и что-либо менять. Все как есть, оставляйте просто после продажи картин, вам пришлют ссылки, вам пришлют информацию, что делать дальше. Читайте внимательно, делайте по пунктам все, и не возникнут проблем. Если вы только хотите зарегистрироваться, то знайте, что форму 8 вы также будете заполнять после продажи. Так что мое видео, как заполнить форму 8, теперь уже, скорее всего, не актуально. Ну что, вот такие вот срочные новости на сегодня. Желаю вам хорошего настроения. Я пойду загорать, потому что у нас реально лето. Ну что, спасибо, что подписываетесь на мой канал. Мне это действительно очень важно, приятно. Я благодарю каждого, кто пишет мне комментарии. Это меня вдохновляет, и я очень хочу попросить вас, делитесь моими видео, если они очень полезны для вас, то я буду рада, если вы расскажете о моих видео своим знакомым или тем, кому действительно необходима эта информация. Ну что, с вами, как всегда, была Хелен Ши, пока-пока! Вот такая сегодня у нас погода, замечательно, уже третий день у нас лето, я загораю на балконе. Я реально уже загорела. Еще у меня на окошке лаванда расцвела, смотрите. Аромат такой. Перфетто. Прекрасно. А на другом балкончике у меня розы расцвела.